Я хочу общаться с сыном. Ты оставил нас, когда Сене было 5 лет, а сейчас ему 20. Премьера. Ну, дай мне денег. Научи зарабатывать сам, а не клянчи деньги у мамочки. Сейчас я себе такое напечатаю, прямой кредит дадут. Сынок твой долг отдавать не хочет. Мам, прости, я просто влюбился. Сквозь слезы к счастью. Я, кстати, заплатил все долги Семена, и он больше ничего не должен. Можно я тебе отвезу? Супермама для Казановой в четверг в 19:00. Домашний главный женский.